Всем доброго времени суток, с вами Бодя. Это как снимали А4, кто последний выживет зомби-апокалипсис. Если что, это видосик от Олежа. Мы все знаем, как Олежа монтирует Влада А4. Это получается смешно. Я ставлю свой законный 6089 лайк. Подписывайтесь на наш второй канал. Я сразу скажу, там GTA-шку, если что, мы проходим. Ну, точнее, не проходим, а GTA 5 RP. Залетайте, я отвечаю, вы... Ну, как бы, вам понравится. Вам понравится ролик, и я думаю, что вы не будете огорчены. Короче, возвращаемся к ролику. Ну, в принципе, все, что надо, я сказал. Погнали. Breaking News. Данное видео носит исключительно юмористический характер. Все верно. Из-за ошибки ученых все люди превратились в зомби. Перданул. Золотая чаша, золотая! Стоп, в смысле? А где это было? Ого, под... Чего? Да не может такого быть. Это было у Влада А4, это уже реально подходит. Зомби. Николай. Золотая... Как он тиранул. Входи, дай услышу. Ой. Идеально. Золотая чаша, золотая. Наполняет ароматом чая. Нет, 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 не слушай меня. Даже не пробуйте слушать. Ого, пацаны, зомби-апокалипсис, видали? Собираемся и едем в эпицентр. Может, лучше не надо? Вот, типа, знаете, тут, получается, Олежа сейчас создает теорию того, что, типа, Влад А4 нанял его как оператора. Понимаете, вот, ну вот, смотрите. Может, лучше не надо? Да. Мне нравится, как Олежа отыгрывает их оператора. Но я бы тоже не согласился пойти в этот эпицентр, потому что это бред. Ну что, ребят, похоже, это то самое место. Опасно, опасно не входить, опасно для жизни. Ну реально, если написано, зачем входить-то? Я надеюсь, что мы застанем хотя бы одного зомби. Я хочу... Это кто? Погоди. Он на кого-то похож. Гриб. Увидеть его своими глазами. Тут... Мне я ничего просто сказать не мог. Есть деревенский туалет. Снимай, вдруг зомбарь вылезет. Я смотрю на лицо Олежи, вообще типа... Давай заснимем этот сраный туалет, из которого может выйти не зомби, а какой-нибудь Шрек, наиболее вероятно. Заснял. Заснял! Заснял, чекай, заснял! Ребята, смотрите. А ведь представьте, это ведь продакшн Влада А4, как я и говорил, вы посмотрите сегодня предыдущие ролики. Ведь это продакшн А4. И получается так, что вот эта девушка, которая играет Влада... Ой, играет зомби. Это же получается его продакшн, верно? Они же не будут нанимать там, искать кого-то, долго все реально. А у них ролик через день выходит. Я так прикинул, она ведь очень хорошо отыгрывала свою роль зомби. Прям реально молодец. Ну, типа, мне понравилось. У них еще вот, так сказать, как бы это назвать, актриса или как? Очень хорошо. Это не зомби, это Моргенштерн. Он просто напился. Мать. И надел... Он брил ноги на лысо? Серьезно, Моргенштерн? Меня аж передернуло. Форму школьницы. Ай, пацаны! Я, кажется, ногу поранил! Кобяков! Пуська! Белиссимо! Все, Кобяков, мы тебя потеряли. Все, оставь. Я вызываю службу спасения. Кстати, это самое верное решение, наверное, было бы. Вот Олежа прям как папа там реально стоит. Я вызываю службу спасения. И верно сделает, если вызовет службу спасения. А как иначе-то? Если он ее не вызовет, то все хреново будет. Они да... Почему Кобякова завернули в это? Он же просто поранил ногу, а его заворачивает в какой-то вот этот шмоток, куда в морг закинул. Оставит тебя в больнице. Пацаны! Мне кажется, сейчас она блюет там все. Я сейчас блевану. О, я же сказал. Мне нравится то, что Олежа делает именно, добавляя кадры из фильмов, это очень хорошо состыковывается с сюжетом, но при этом он его меняет.
То есть из того, что Олежа в роли оператора присутствует там... О, господи, я весь день зеваю. Я, чтобы вы понимали, ложусь в последнее время 2 часа ночи, а просыпаюсь в 7 утра. Но всем насрать, поэтому я об этом не буду говорить. Или не доставят. О, зомби подъехали. Это даже... Погодите, а у нас... У нас в старых фильмах разве делали про зомби? Мне казалось, что про зомби давным-давно не делали. Просто здесь съемка, видно, очень-очень такая старая-престарая. Ну хорошо. Run. Разбежали, да. Ну и куда вы убежали? Ну нафиг. Вы... А! Олеж стоит ему насрать, зомби придут, он им только по головке погладит. Вы же хотели их посмотреть. Твою мать! Срань господня, ты вообще какой-то тупой. Страшный. Уйди от меня. А это, кстати, линзы еще к тому же. Видно. А это маска. Это видно, что это маска. Говнюк, ты нас обманываешь. Погоди. Что? Это вы хотите сказать... Да не может такого быть! Как это вообще реально? Ну и куда вы убежали? Ну нафиг. Это вы хотите сказать то, что там... Вы ж хотели их посмотреть. Ты в танцах. Чего? Погоди, это он накинул или реально кто-то из таких чуваков решил по приколу взять Хэллоуин, ну, под Хэллоуин, ну, сделать из себя зомби, типа костюм зомби. Вот, и получается под песню Влада 4 станцевать. Если это так, то у меня в башке неразбериха, и я не понимаю, зачем он это сделал. Че за херня? Че это за бред? Это как... У меня закончились патроны. Четко. Я не хочу сегодня умирать. У меня дома остался маленький котенок. Нет. За кота и двор, стреляя в упор, как говорится. Котенок, ты здесь? Какого хрена ситуация оборачивается вообще, хрен пойми как? Я не понимаю. У меня сейчас в голове очень много вопросов и очень мало ответов. Получается, с чего? Начался зомби-апокалипсис. Олежа у них работает оператором. А4 предложил пойти в... Куда? Как это называется? Зомби-апокалипсис, видали? Собираемся и едем в эпицентр. Вот. Он предложил поехать... Где мы остановились? Вот здесь. Он предложил поехать в эпицентр. Они приехали в эпицентр. Он предложил... Влад А4 предложил Олеже, сними этот сраный толкан. Все, в толкане никого не было. А, нет, оттуда вышел реально Шрек и выкинул Влада. Потом они все вместе идут, и опа, Кобяков подворачивает ногу. Кобякова увозят на самолете. Ой, на вертолете. Он проблевывается у себя вот в этой штуке. А потом подъезжает поезд с зомби, и они, и зомбаки, как бы, начинают идти на Олежа. Потом Олежа говорит, что я не хочу подыхать, кидает в них тапочек и говорит то, что у меня еще остался кот, и этот кот спасает его. Что за... Котенок, ты здесь! Да. Я не понимаю, как это происходит! Давай! Мочи! Хороший котенок. Кобяков, ты как? Не очень. Ха! Да ночью! Олежа! А вот они где втроем были. О нет! Пацаны превратились в зомби. Я знаю, как превратить их обратно в людей. Нужно поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями. Слышь, пацан, или может не пацан? Мамочки, это стрёмно.
Ой, мама, я даже не знаю, что здесь добавить. Ну, ролик, как всегда, четкий. 6 тысяч лайков, это понятное дело, что тут однозначно. Второй канал по первой ссылке в описании, подписывайтесь. Нам даже со мной подписывайтесь, пишите ваше мнение в комментариях, поржем вместе. С вами был Бодя, спасибо огромное за просмотр и всем пока.